Вот, была на паузе, теперь запись. Еще детская площадочка. Глянь, там какой бинокль, или что это за глаза на бинокль тебе посмотреть. Ой, я вся мокрая. Нифига себе, какой прикольный тренажерчик. Там просто эти мужики какие-то сидят, смотрят. Ну и что? Скажи, этот парк прикольный вообще. Стало. Слушай, надо каждое утро сюда приходить и тут раздеться и загорать. Заниматься. Ну да, тут загорай, все, занимайся. Вообще. Блин, и все это бесплатно людям, а? Тут все, от Европы. Так, вот. Я до туалета. Мое самое любимое место в этом парке. Две заветные буквы. Я пойду на инвалид. Отдельно специально оборудовано для инвалидов. Мужской, женский. Вот общественный бесплатный туалет. Свет включается автоматически. Чистота. Бумага туалетная. У нас сейчас оставь где-нибудь. Тут же уже этот моточек будет вечерком у кого-нибудь в санузле болтаться. О. Снова здравствуйте. Туалет.